Добрый день! Мы находимся на площадке «Овощной город». Наступила осень, и пришло время узнать, повлияли ли сорняки на урожайность моркови. Разницу между контролем и вариантами, где проводилась защита моркови от сорняков, легко можно увидеть на фото. Сорняки оказывают колоссальное воздействие на морковь. К счастью, у компании Сингента есть гербициды «Боксер» и «Гизагард», которые помогают справиться с этой проблемой.